Всем привет, с вами Богдан Ткаченко. Мы с вами играем в Кейт Гайкин, такой геймдизайнер, как Джей Си. Ссылка на игру будет в описании. 6-й уровень. Будем играть. Что я говорю? Ну, надо нажать тут. Вот этот вот экранчик надо активировать. Да, тут смертельная ловушка была. Просто ловушки. Так. Ага, еще две смертельные ловушки, мы их прошли. Морозим этих ублюдков, потому что я заметил, что когда мы их убиваем, мы отрываем от себя частичку души. Да, вот нам надо вернуться. Иначе у нас не все открыто будет. И мы не выиграем. Как сюда попасть, что-то не пойму. Или это специально такое место? Да, туда не попасть. Типа для тепла. Это типа чердак. Окошко, окна вот там вот красивые, вот эти. Да, они на заднем фоне. Там до этих не удается допрыгнуть головой фонариков. Здесь мы свет включали. Какой-то он наглый. Да ну нет. У нас свет отрицательный. Странно, да? Вот здесь бы нам, по-моему, не открылось, если бы мы экран монитора не включили. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.